Майкл Берг. Стать подобным Богу противник, из чего сделана смерть, страница 106. Что? Что в имени? Что в имени? Что в имени тебе моем? Что в имени тебе моем? Моем? В книге Бытия Иаков борется с ангелом, олицетворяющим всю отрицательную энергию во вселенной. Всю отрицательную энергию во вселенной. А в конце концов Иаков побеждает в схватке. И когда ангел умоляет о пощаде, Яков бросает ему вызов, говоря: я отпущу тебя, если ты назовешь мне свое имя. А ангел отвечает: на что ты спрашиваешь о имени моем? Казалось бы, безобидный вопрос, но в этом вопросе, как считают каббалисты, таится секрет преодоления темных сил. Имя человека, его суть. Спрашивая об имени ангела, Иаков хотел раскрыть его суть. Где источник силы? Противника. Где источник силы противника? Как он умудряется управлять людьми? Если бы Иаков смог понять суть ангела, он бы его окончательно победил. На что ты спрашиваешь о имени моем? Спрашивает ангел. И как считают каббалисты, в самом этом вопросе заключен ответ. Ангела зовут на что ты спрашиваешь о имени моем? Именно так его зовут, его суть. Сила замешательства, сила, заставляющая людей сомневаться и удивляться, зачем они вообще пытаются в чем-то разобраться. Понимание главного и ясность – злейший враг противника. Каждое мгновение мы должны сражаться за понимание. Понимание того, как важно понять. Понимание того, что мы в тюрьме. Понимание формулы Бога. Понимание необходимости стать подобным, подобными Богу, Богу, стать подобными Богу. Если благодаря снотворному под названием желание получать только для себя, нас крепко спят жизненные силы, то борьба Иакова с ангелом — это наша попытка проснуться.
большинстве случаев, когда люди пытались проснуться, пытались ясно мыслить, этот ангел боролся с ними и подчинял их. Мы живем в царстве сомнений, и на троне восседает ангел, которого зовут, на что ты спрашиваешь, о имени моем. Один из его главных союзников — принцип физического бытия, именуемый разрывом между причиной и следствием. Нет следствия без причины, нет следствия без причины.